Здравствуйте, друзья! С вами Светлана. Сегодня 19 мая. И я хочу с вами поделиться вот такой красотой. Я проснулась, подошла к окну и увидела вот такие вот трикалы у меня стали распускаться. Вчера вечером я ничего, ни утром, ни вечером я ничего подобного не наблюдала. Вот как-то я к ним так трепетно отношусь, с такой вот заботой. И вот они начали меня уже радовать. Посмотрев видео Анны Перматовой про калы, это было 17 марта, я зашла на сайт своего магазина, увидела, что у них есть клубни кал. И, конечно, мы сразу поехали за калами. И вот я их высадила в литровые горшочки 18 марта. И они начинают радовать цветением. И красивая листва у них. И вообще такой элегантный цветок. Так, Crystal Blush. Вот. Вот это кала Crystal Blush. Вот такой цветочек должен получиться. Манго зацвела. У меня их 4 горшочка. Вот манго, вот манго. Вот это манго совсем какой-то маленький. И вот один из них начал цвести. Манго. Будет вот такая кала. И так, Окленд. Окленд. Это вот этот цветочек, но должен он получиться вот таким элегантным. Розовым. И вот как-то у меня самур. Видите, два отросточка. Как бы они просыпаются, да? Вот и вот. Вот, вот и вот. Два. Но проснуться не могут. Это должна быть вот такая розовая кала. Посмотрим. Как-то уж очень долго просыпается. Ну и также вот это манго, ну вот прям на одном месте застыл и все. Поливаю я их вот 18 марта, как я их пересадила в литровые горшочки, я их поливаю понемногу. И поставив на окно, вот здесь у нас солнечное окно, поливаю даже понемногу, но два раза в день. Стараюсь не заливать. И скоро они, конечно, в середине июня пойдут жить на улицу. А в сентябре-октябре лягут на покой. Так же, как другие клубневые или луковичные на покой убираем. Также буду убирать и калы. Ну вот, друзья, на этом все. Очень хотелось с вами поделиться вот такой своей радостью. Прямо встала утром и с утра уже улыбаюсь. На этом все. Всем всего доброго.